Хочу сказать добрый день, но день как-то не очень-то добрый. Как-то он с самой ночи, с утра не задался. У нас по Быстрова 80А в Кировском районе произошло вот такое вот затопление. Вот там все течет и капает. После дождичка. И мы через каждые 15 минут занимаемся вот этим вот. Отжимаем, выжимаем и снова подкладываем тряпочки. Все у нас мокро, все у нас течет. Пойдем в другую комнату, в ванную. Такая же картина. Вот оно, пожалуйста. Вот так у нас капает с потолка. Это еще сейчас дождь, как говорится, перестал, лилось посильнее. Вот у нас в чашечку все это собирается. И на полу, чтобы не затопить соседей, приходится заниматься вот этим вот каждые 15 минут. Чтобы просто не затопить соседей своих. Вот такая свистопляска у нас уже не первый год. Около 3 лет назад поменяли у нас кровлю, но не всю, а кусочками залатали. И вот мы теперь... Спустя 3 года вот этим занимаемся. С 2 часов ночи звоню в аварийку. Приехали где-то, наверное, в 12 часу или в 12. Один слесарь единственный. Хотя сказала, что капает у нас и в подъезде, и у нас, и все в щитке мокрое. Капает из щитка. По щитку вообще прошло уже до 8-го этажа. Но реакции сильно никакой. Слесарь пришел, посмотрел, сказал, да, что вы нас вызвали? Это кровля. Я говорю, что нам делать? Мы же не можем каждые 15 минут целыми сутками бегать и ждать. Вот это вот вытирать, отжимать и думать, что делать дальше. Оказывается, сказал, нет, ждите, пока все это не просохнет. Ничего мы помочь вам ничем не сможем. А просохнет, как оно просохнет, если всю неделю будут дожди? Как может просохнуть? Что мы будем делать ночью, непонятно. Будем, наверное, вот так вот не спать, а сидеть здесь, как и прошлую ночь. Вот я с 2 часов ночи, вот оно все течет оттуда, и все по стене течет, и вниз к соседям течет. Но мы, грубо говоря, помогаем им вот этим действием своим. Они так не пострадают. А мы страдаем, физкультурой занимаемся. Вот оно оттуда течет, и все. Мы убираем, оно течет. Вот смотрите, почти ведерко набрали. И так вот с 2 часов ночи было похлеще. Сейчас чуть-чуть поменьше, но все равно оно течет. Вытираем, вытираем. Оно течет, подтекает. Вот так вот и ходим. Сейчас пойду покажу вам, что у нас в коридоре, в подъезде, в щитке какое безобразие. Вон уже и краска кое-где от плиту. Вот, продолжаем нашу съемку. Выходим в общий коридорчик. Вот, смотрим, какое у нас на стене безобразие. Вот там какие потеки. Смотрим вот сюда, пожалуйста. Вот оно все течет у нас. Все здесь тоже проводка, все оно мокрое. Пойдем дальше посмотрим, в подъезд выйдем. Вот наш подъезд. Вот, пожалуйста, на полу лужица. Откуда лужица? Из электрощитка. Вот что у нас над щитком происходит. Вот такое вот безобразие. Все везде течет и попадает в щиток. Вот сверху, пожалуйста, дальше идем. Тоже. Вот такое вот все безобразие. Все течет и капает. Посмотрим поближе, что в щитке происходит. Вот оно. Все. Все мокрое. Все капает. И внутри. Вот они. Мокрые провода. Вот все мокрое у нас. Пожалуйста, смотрим. Какая прелесть у нас везде. Вот оно все течет, все капает.